Добрый день! Сегодня мы будем запекать тыкву и яблоки с медом и орехами. Рецептура приготовления следующая. Мы должны взять тыкву, помыть ее, почистить, вынуть из нее семена и мякоть порезать на небольшие кусочки, примерно 2 сантиметра. Мы с вами нарезали яблоки и тыкву, выложили это все на противень, который предварительно смазали маслом. И сейчас будем сверху поливать это медом. Посыпаем орехами. И сверху мы посыпаем корицей. Ставим тыкву с яблоками в духовку. Для приготовления соуса надо взять сливки, сахарную пудру и взбить. Наше блюдо приготовилось, теперь мы его выкладываем в посуду и поливаем сверху взбитыми сливками. Приятного аппетита!